ДВП, столешницы, фасады в Химках. Компания «Европлит МСК» производит древесные плиты в широкой цветовой гамме. Продукт по качеству не уступает зарубежным аналогам. Представители МКУ «Малый бизнес» посетили предприятие в рамках проекта «Выбирай свое» партии «Единая Россия». Расскажите, пожалуйста, преимущественно где закупаете материалы для мебели, для производства деталей? Наш основной партнер – это отечественный производитель, находится в Череповце, это Череповецкий фонарный комбинат, один из самых больших в России, и основную часть продукции, которую мы выпускаем и обрабатываем, естественно, используем его материалы. Для дальнейшего расширения производства предприятие планирует воспользоваться мерами государственной поддержки бизнеса. Пользовались вы возможностью получение каких-либо мер поддержки на увеличение, на масштабирование? На сегодняшний день нет. Мы пока обходимся своими силами, но понимаем, что чуть-чуть позже нам потребуется какая-то помощь, потому что мы планируем расширяться. В Московской области существует ряд мер для поддержки предпринимателей в условиях санкций. Это льготные займы, субсидирование процентной ставки и предоставление земли под проекты импортозамещения. Любой желающий может получить бесплатную консультацию по ведению бизнеса и доступным мерам поддержки в МКУ «Малый бизнес Химки» по адресу проспект Мельникова, дом 12. Нина Липанова, Елена Тараненко, Вильфред Демковский. Новости Химки ТВ.